Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Киберпанк 2077. Так, в прошлый раз мы остановились в этой зоне, и нам нужно уничтожить тут блестяшки. Я тут все поперепробовал, хер его знает, каким образом там что нужно уничтожить. Блять, что-то... Просканировать надо или хер его знает. Откуда-то, блять, сюда надо защемиться или что? Ну вот ты мне показываешь уничтожить, а почему ты мне вот туда показываешь? А что там? То есть что-то сперва туда, потом туда показывают. Я, конечно, не понимаю, что здесь такое. Здесь может какая-то это. Ну да, давай сюда зайдем. И что здесь? Ну, тут я, по-моему, поперемочил всех уже, ёптать. Как мне у вас странные. Это показывает, что туда надо. Да, конечно, давай. Соберем то, что не собрали, да, там, блядь. Ебучие блестяшки. Какого хера я не могу просто кинуть, блядь, гранату или что там и вас уничтожить? Объясните мне. Пришел, называется, уничтожать. Кого уничтожать? Че уничтожать? Как уничтожать? Ептать. Не, ну полюбасу здесь. Ну-ка давай. Полюбасу здесь что-то простое должно быть. Так, сеть, файлы. Блестяшки. Может, надо как-то. Ебать, она какая-то инфракрасная. Может, блять, вручную надо, может, не стрелять надо. Сейчас, подожди, попробуем, знаешь, что мы? Так, сейчас мы попробуем вместо тебя взять. Что здесь? По убоисти такое. Похоже, вот этот самоубойный, да? Так, а что у нас тут? Шапки какие-то модные, да, появились? 35, а это 27. Ёп, твою мать. Так я, конечно, блядь. Как чухан, конечно, сейчас буду выглядеть. О, блядь. Дарк Вейдер в молодости. Так, тут нету, говорит. Не, ну я такую стильную, я на такое не поменяю. Да, блядь, ей вообще тут нихуя не бьется даже. Что-то ломается, конечно. Не, ну почему ты пок... Блять, может где-то в подвал есть еще вход? А? Не, ну ты как бы... Ты же не показываешь мне, что вниз надо. То есть это вот именно сюда надо. Да и что? И что надо сделать-то, ёптать? Туда именно гранатой попасть. А, сейчас опять это, блядь, лазерная хуйня будет. Я не понимаю, ёбаный насос. Шмальнуть туда надо или чё надо? Вс,
все вокруг тут надо поперехерачить. Да у меня патронов мало, блядь. Сейчас поперехерачим. Блядь, либо это баг игры, может, какой, что, блядь, ее хуй уничтожишь. А я там пырхаюсь. Она на самом деле нихера не уничтожается. Да? Но она, может, просто не уничтожается, а я тут... А я пырхаюсь, блядь. Может же такое быть? Ну что, типа... Должно же какая-то херня активная быть, действие. Ну что-то хотя бы там, блядь. Стреляешь там, значит. Да, блядь, нахуй, прячешься. Сюда там, стрельнул там. Так, что такое? Кто кричит, блядь? И почему кричит? Так, здесь какая-то есть. А, ну это наверху показывает, да, есть. Короче, заебали вы меня, блестяшки, идите нахуй. Потом как-нибудь, может, блядь, я к вам вернусь. В очередной раз. Потому что... Что вы меня бесите. Так, только теперь мне надо выход отсюда найти. Ага. По кругу ходить — это не выход. Так, зашибись, блядь. Так, ну, тут мне ваша система видеооборудования, это тоже, знаете, вообще никуда вообще не уперлась, ептать. Да пошли вы нахуй, выпустите меня отсюда. Пиздец, блядь. Я вот лучше пойду с организованной преступностью бороться. Не понимаю, как вас надо отметелить, или что вам тут надо. А, во, выход, ёпарас, блядь, ну ты сегодня мочишь прям. А вот эта херня, да? А, это Никола, блядь, я бабки опять потратил. Тачка такая нормальная. Короче, там где-то подсмотрел, что здесь какой-то есть пистолет имбовый. Там не с нереальным, просто каким-то чудовищно-космическим уроном. Всем вспомогательным группам полиции. Поступило сообщение о преступной активности на перекрестке Дрейк-авеню и Картрайт-стрит. Замечены члены банды «Тигриные когти», подозреваемые в разбое и вымогательстве. Их возглавляет Макамичи Ямада по прозвищу Мотор. В мэрии города объявили... ...предотвращение за устранение Ямады и его преступников. $18,000? У меня, по-моему, и сейчас пистолет.
Бляха. Так, ты меня достал. Или есть еще здесь кто? Где? Ну где ты кричишь-то, скотина? Ну, еще где-то два вон есть. Ствол. Что ты там прокачал? Так, по-моему, по черепу, когда я смотрел, где-то вот здесь должно быть. Сейчас мы черепа зачистим. Ну, я в плане того, что пистолет имбовый поищем. Я помню, что где-то на черепах, а на каком не помню. А здесь это, да? Давай. Я просто не знаю, вот эти я пароли взламываю, какой от них вообще там толк, блядь. Что я из-за этого получаю? Ну и типа получаю ли я? Так, где тут телепорт? А, где-то вот рядом, прям тут за углом. Не, ну тут можно было и наму... А, вот они оба стоят. Так, место назначения мне нужно... Поближе вот к этому. Давай вот так. Чё там за имбачи? Thank you.
Всем вспомогательным группам полиции поступило сообщение о преступной активности на окраине Уэйлоу-стрит. Замечен Щиноба Ямай, многократно осужденный за торговлю людьми и организацию принудительного труда. Властями города назначено вознаграждение за устранение преступной сети Ямая. Ну ладно, давай. Я не понял, кто там стреляет, кто там такой смелый нашелся. Почему я не могу попасть в эту щель? Можно как-то побыстрее выбегать, чтобы это... Не сильно долго мне с вами тут мучиться. Да я же вас все равно всех убью, да? Как бы... Я же все равно вас всех убью. То есть это же... Ну, просто если вы будете побыстрее выбегать, я убью вас быстрее и меньше времени на это потрачу. Так, а что за кузнечик? А вон еще. Все, я со всех... Всех умотал, да? Ну ладно. Вон какая-то там херня фиолетовая лежит. Может, это и есть тот имба-пистолет? Пистолет-то как-то это...
патронов больше попадает. Не знаю. Насчет имба-пистолета. Может, я продал уже его даже давным-давно. Может, он у меня был, так я его уже и продал. Я же мог продать. Сейчас взломаем эту херню. Так, Е. А, Е нету, да? Каска какая-то появилась. Нет, это все херня. Сапожки, да, появились. 37,2. Не, ну они, конечно, прикольно выглядят такие, да? Но на единичку меньше дамага. Так, давай теперь пестики смотреть. Что у нас тут по пистолетам? Так, это что такое? Нет, это не пист, не то. Тоже не то. Нет. Нет, это, конечно, поприкольнее, но это не то. Это все не то. Так, и у меня скоро... У меня скоро законч... О, хоть маски какие-то появились. У меня скоро место закончится, надо продаться. Торговый автомат найти и продать. Так, ну, возможно, это не тот. Возможно, это был не тот череп, который я зачищал, поэтому... Вот. Уровень опасности. Опасно. Уровень опасности средний какой-то. Я хер его знает. Это здесь. И здесь, да. Уж на высоком уровне опасности. Ну, не знаю. Прогуляемся по черепам, короче. Посмотрим. Так, мне в любом случае сейчас нужно найти контейнер сперва с оружкой. Продать оружку. Всю левую. Так, а это что такое? Так, просто сборище местных панков. Банда Тигриные Когти. У вас двое, да? Чем мне тело? Я хочу нож твой поднять. Не даешь, да? Да ты не даешь. О, так вот тут мужика какого-то убили, сволочи. Вы поступили очень плохо. Так, где барахло продать можно? Вон там. Так, я хоть верно бегу? Да, верно. Верной дорогой идете, товарищи. Так, подожди, ты ж мне где-то только что... А, вон 35 метров. Так, это... Это... Сколько у меня денег? 19. А 43 тысячи у меня есть. Не, ну это нормально, да? Это же нормально вроде 43 косаря. Можно что-нибудь купить даже. Так, ну да. Главное. Ох-ох-ох.
Не, ну она, конечно, прикольная штука, но, блядь, что ты так мало-то дамажишь? Фиолетовая, ну а дамага от тебя хер да нихера, да? Не, ну тут надо еще по уронам в секунду смотреть, конечно. Нож. Не, может с катаной поноситься. Подожди, стоп, а почему ты одежду-то не продал? Одежду что ты не продал-то? Она же тоже вес занимает. Зачем нам то, что мы не носим, да? Ну вот. А ебать, еще же у тебя же еще этот есть наджи, который продается хлам весь. Ё-моё, на 1500 целых. Ну вот, теперь я продал все, да? Теперь можно до... А, тут вот телепорт. И где-то рядом телепорт был. А, вот они, да? Отлично. И мне надо... Ну, так, а тут получается с моста бежать, а здесь... Тут как бы особо-то рядом-то и ничего нет. Только если вот от Седова, да? Щемить. Давай попробуем от Седова шимануть. Посмотрим. Ну, 200 метров придется бежать, да? А изучение иностранных языков стало бессмысленно после появления переводческих имплантов. Ну, хоть какая-то от них польза, да? 275, почти 300 метров. Ничего страшного. Пробежим 300 метров, что такого? Да? Что такого? Фигня же. А это кто такие? Банда Валентина. Ладно, пока. Валентино. Поступило сообщение о преступной активности на бульваре Мартина Лютера Кинга. Замечены члены банды Валентина, обвиняемые в контрабанде и незаконных перевозках людей. Группа возглавляет Мигель Родригес по прозвищу Гизмо. Гизмо. Был осужден в том числе за убийство второй степени и торговлю наркотиками. Власти... Отлично. Знал я одного Гизмо. Назначили вознаграждение за устранение группы. Знал я Гизмо. Фильм такой есть, Гремлины, вот там Гизмо тоже был. Вчера себе, блин. Асуэлу! Куантас месяц будет тенер ке репетирло? Это мог быть я!
Блять, ты чё меня пугаешь-то там, Орёшь Козлевич? Ты бы мог быть. Молчи нахуй. Соло, Валентинус! Тебе, блядь, жизнь спасли, а ты там... Орёшь. Чё ты там? Кто ты там? Ты... Чё ты там? Длань Господа, да? Слышь, Длань Господа. Да хватит уже! Хорошо, давай заканчивать будем. Слышь, Длань Господа. Переоценил ты свои возможности, способности, навыки и умения. О, какая-то хуйня с него выпала прикольная. Какой-то пестик какой-то с него выпал. Найс, это такой. Все, да. Какой-то пестик получен был. Вот, по-моему, вот этот, наверное, пестик и есть крутой, да? Ну, хуй его знает, сейчас посмотрим. Лутанем сперва все, а потом посмотрим. 3000 баксов получили, нормально. А чем еще? Чем еще заниматься в киберпанке, когда ты уже сюжет основной прошел, да? Не, ну я прошел сейчас на одну концовку, а потом, может быть, можно будет как-то и на другую концовку пройти. Я, конечно, хер его знает как. Я не имею представления, конечно. Это мои предположения. А возможно, можно. Но это не факт. Это вообще не факт, что можно, да? Так, ну что, давай глянем, что мы тут наотжимали. Так, ну, по крайней мере, это вот это вот уже получше дамажный пестик, да? То есть, ну, он получше, но это, конечно, не тот, что я охотился. Это не тот пистолет, за которым я охотился. Так, так, ну мы тебя возьмем, а на тебя оденем прицел, какой побольше увеличивает, пока что 0. На 0.28 пока что самый большой был, да? Вот 0.29 есть. Глушак. Пойдет. Так, ну да, это не тот. Это не тот пистолет, который мне нужен был. Блин, а где же тут? Сюда, что ли? По карте. Ну, давай сюда сгоняем. Чё вы, блядь, все через 700 метров, что ли, у вас преступность организованная? Что оттуда до туда было 700? Сейчас 700 метров опять. Что вы там, блядь, специально так? Ты что, козлевик, блядь? Ты не видел, что я по пешеходнику перехожу, да? Не видел, сука? А?
На зеленый свет по пешеходнику я перехожу, блядь. Ты не видел, мудила? Ой, отвали, а. Рядом ляжешь, сейчас доебешься, если орден выдан. Я вон с преступностью бегу бороться. Этот козел на меня наехал. Вот и орден закончился. Хочешь что, на меня тоже наехать? Зеленый ты... А, уже красный, сорян, дружище. Мне хуй было пикать, когда зеленый горел. Я тут, понимаешь ли, бегаю, с вооруженной преступностью борюсь, а вы тут, суки, на меня нападаете. Так, подожди, а здесь что, эти пушки продаются? Я хочу... Подумываю прикупить ствол. Разумно. В Найт-Сити без пушки далеко не уйдешь. Че вы там, все закончили комплиментами обмениваться? Так, я хочу продать. Так, давай, ну, продать мусор нету. А продать что, нельзя? Только я купить могу, что ли? А, ну это что-то мое, да? Мое, я ж могу продать. Могу. Так, стандартная. А почему ты сейчас мне показываешь? 100... А, подожди, это еще круче пистолет у меня есть, да? А я такой вот лохопецкий одел. Ну, ладно. Или подожди, или это я пистолет, с которым я носился? Я тогда не понимаю, каким образом ты показываешь этот урон дамаг 139 на 70. А почему мне сейчас показывать на 120, 123 на 151? Что за хуйня-то? Как так-то может быть? 139 на 170, 139 на 170. Я что-то, подожди, я, блядь, что-то не догоняю. Это от чего? Это от чего зависит? Так, нет, не сюда. М. Вот, у меня есть пистолет. Вот, ты показываешь 139 на 70. А ты показываешь 139 на 70, на 170, да? И ты. Ну вот, если я сейчас выберу пистолет. Вот. Тебя, например, да? Не, ну ты показываешь так, да, прицел. Прицел у меня был выбран вот этот. И у меня был выбран глушитель вот этот. И что ты... А теперь ты показываешь... А за счет чего ты показываешь? Так, если я уберу глушитель... Глушитель, да? Ну-ка, ну-ка, если вот так... Ой, нет, вот так. То что, 104 показывает. А если так? 104 на 120. За это вообще... То есть вот этот самый пердатый глушитель. Ну-ка, а что за модифы я могу? А, всякая херня, да. Теперь я понял. То есть у меня и так имбовый пистолет был. А, нет, хотя этот на 100, получается, 145 на 177 показывает. Там, подожди, а чё, как вы у меня можете два использоваться? Так, стоп, стоп, вот это мы убираем. Вот, 145... Этот 139. Ну так, по идее, нам надо вот этот взять, да? То есть, вот, мы его берем. А, и то, я вот его беру, и он сразу начинает мне... А, нет, 145 на 177. А ты 139 на 100. Ну, значит, ты покруче. Ну, вот я тебя и возьму тогда. Просто если я буду без гушака, тогда у него такой же урон и останется. А если с гушаком, что мне, соответственно, и нужно, да? Урон меняется. Ну, а если меняется урон, то... Я здесь ни при чем. Это вообще вопросы не ко мне. И пошли вы нахер. Да? Это ваши там какие-то там мутки-шутки. Так, а что есть у тебя? Ого, какая у тебя штука есть, да? Типа крутая, да? Так, давай, мне нужны пистолеты. Хера себе, тут у тебя есть пистолет, конечно. Буря.
Ёб твою мать. Буря. Не, ну. Я на это деньги тратить не собираюсь. Я и так сейчас себе оружие навыколачиваю. Чё мне стоит дом построить? Боже, это же Джонни. А, не. Просто похож. Бичуган какой-то. Ну, я чё, виноват, что бичи на Джонни похожи. Так, тут какая-то грабилова идет. Давай сохранимся. Сейчас вот влетим. Навтыкаем. Чё шалим, пацаны? Вас что, в голову не штырит, что ли? Все, да, я тут маленько всякого хлама соберу маленько. И все. И да. Ну я ж не за просто так, я же тут вот, типа вам тут помог, да? Че какие-то киберимпланты, ускоритель. Райо. Оу, это что такое? Что это было? Кто такие? Дежурный, полиция. Нахуй я перейду лучше на другую сторону. В то вдруг на меня еще орден там в силе. А это какие? Не, ну это не эти, эти меня не интересуют, поэтому я их пока трогать не буду. Привет, а ты куда такая модная идешь? Смотри, куда прешь. Да я вот тут. Что? Холодновато? Да вообще. Могу тебя согреть. О, да без бы, пойдем. Где греться будем, эй? Алло. Эй, ну ты говоришь, согреешь, и чё? Сучка, пошла ты нахер. Болтушка, блядь. Могу согреть, но пойдем согреешь. Нихуя. Перло прет как танк. Так и прет дальше. Зачем говорить согрею там? Я вот сказал, что я тебя согрею. Тебя согрело. Так, а ты, блядь, давай согрею, я сама. А сама в кусты. А че никто не звонит? А вот, звони, да. Давай. Внимание, вспомогательным группам полиции. У нас сообщение о преступной активности на Харвик-стрит. Ориентировка на Дариуса Майлса, обвиняемого в убийстве. Он входит в банду 6-я улица и руководит группой, которая производит наркотики. Да? Властями города назначено вознаграждение за устранение угрозы со стороны Майлса и его подельников. Окей. Сейчас мы только сохранимся уже. Стоп. 102-е сохранение уже, охереть. Хуявы, твердолобые. Блять, херовый прицел. Неудобный прицел.
Ну. Не спать, стреляйте! Все, пиздос. Замочили. Замочили. Блять. Пиздец. Чё это ты мазать-то начал так жестко? Все. Еще есть живые? Нету. Все. Все, мы обезвредили опасную преступность, да? Куда-нибудь здесь можно проникнуть? Никуда. Никуда не пройти. Никуда не зайти. Окей. Я вас понял. Что тут у нас еще есть? Ну, ничего такого, да? Чтобы нас прям восхитило. 203 на 248. Ага, вот это надо попробовать. Это прикольнее, да, будет штука? А куда ты делась? А вот она. Ну все. Угу. Так, стой, персонаж. Нет, блядь, смотри. У меня что-то опять что-то новенькое появилось. На 4 единицы вы что, издеваетесь? Нет, не серьезно. Что вы какую-то херню подсовываете? О! Что-то хоть...
Теперь я на имперского штурмовика похож. Так. Не, ну почему? А, ну он же режет, да, у меня же я же уже установил, что из-за глушака это режется, поэтому требования. Я это уже выяснил, поэтому. Поэтому как-то так. Как-то так и вот так. Репутация. Что дает мне репутация, да? Уже почти 62 тысячи баксов. Окей. Ладно, я тогда на этом предлагаю сегодня закончить. Сегодня мы на этом закончим. Что. Ну, позачищаем дальше. В следующем ролике поищем пистолетик. Посмотрим, что да как. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.